виде разбийник. Или сейчас... Сейчас, короче, синий с красным. Походу дождь проиграл. Ну да, конечно, он же один. Желтый тогда просто пока постоит, да. Три закончит игру. Три игрока. Ну, сейчас видно, что сейчас... синий победил. Синий. Короче, возвращайся, синий плюс 5 еще. Значит, теперь лимит у вас... Так, было по 30. Теперь 35. Мне коробку сломали. А мне хорошо надо будет за то, что у меня ковчег выжил, как минимум. Значит, смотри. Нет. У фиолетового 40 лимит. У синего 35. Так, подожди, 35. Да, 35. И у красного 35. Подожди, блядь. Сейчас я пойму. Я просрал. Сейчас я соображу. У синего 40, у красного 35. Короче, у синего фиолетового по 40, у красного 35. Теперь смотрите. Последнее, что мы делаем, третья хуйня. Возвращайтесь на острова пока и готовьте вот эту хуйню армию. Помимо вот этой армии, готовьте супер юнитов своих. Сейчас знаете, какая проблема будет. Чтобы способность у Левиафана откатилась, прямо сейчас его переведи на остров. Вот, у остальных летные юниты. Вот, и как откатится, будет битва трех юнитов. Это дракон, левиафан. Полный бред. Это, ну смотри, мы посмотрим, какой останется из них. Так понятно же, какой останется, алло. Там же это просчитывалось. Да, это просчитано, но тем не менее, потом к нему прибавится войско, то есть с героем оставшегося. Так, все, КД. КД 2 минуты здесь. Пока что войско собираете, там какое-то вам удобно. Заодно КД пройдет героев. Ну, короче, после этой херни, когда один герой, один суперюнит останется, остальные, кто сдохнут, суперюниты, можете их заново строить. После этой херни приходят герои в четвертый раз мы на этом острове замешиваемся. И кто остается, грубо говоря, посмотрим, кто остается, и просто потом продолжаем катку. То есть на захват города какого-то нацеливаетесь, уже можете присматриваться, какой город менее защищенный. То есть это один город, если вы захватите, и противник проиграет. Это будет после того, как мы увидим, кто останется победителем. Пока что побеждали у нас, получается, фиолетовый, желтый и синий. Я все время просирал. Героев допрокачивайте. К силу вот этого качни. Ля на него. Чё ты говоришь? Почему тело умерло и все? Что происходит? У кого? У красного. Давай посмотрим. Фига! Ты посмотри, что творит пакость. Чё там? Кто умер, не видно. Ля, хитрец. Чё у тебя, кто умер-то? Все живы. Так, 2 минуты вдоха. Пока. 60 секунд Левиафан откатывается КД. Если готовы, собирайтесь там к краю острова. А, сейчас супер юнитов к краю острова. Подводите. Это у нас синий и фиолетовый. Встречаемся на шахте с Тимонием на том острове, где занесы были. Вас там Левиафан ждет, блядь. Прикольно будет посмотреть. Мне кажется, дракон должен зарулить. Дракон самый сильный, да? Так, что может быть замес героев пока сделать? Или что, или вы что-то еще достраиваете, изучаете? Ну, у меня все. Достраиваем, изучаем. Ну скажите. А кто, синий что-то делает или что? Ну, у меня один герой что-то. Угу. А для удобства синий можешь перенести на вот этот остров, который, над которым твоя территория, вот эта вторая часть, где мы не замесишиваемся. Туда войско свое перенести, чтобы потом быстрее было. Которое у тебя будет биться с героем. Ну, фиолетового там. Летающие, блин. Какие-то уже есть.
Ну, красный там, как всегда, готов с дирижаблями. Ну, ты посмотри на него, хитрец. Кто-кто? Красный он. А что он делает? Ну... Ну, он настроил там добыще всего. Это точно. Ты смотри, там можешь эти крепости там понастраивать. Может, какой-то город сложнее будет захватить, если крепость будет. Чё там синий по готовности? Фиолетовый готов? Сейчас, если что, надо будет вам поуправлять юнитами только. Кто один останется, и дальше войско будете кидать. Скорее всего, войска других противников добьют этого оставшегося супер-юнита. И просто будете биться на острове, пока не останется последний. А потом уже можно будет город захватывать. То есть у меня все нормально, смотри. Cool. У меня, то есть все, нужно только вот этот войско доставить, и потом что будет еще раз? Это какой, фиолетовый спрашивает? Да. То есть войско нужно доставить, а потом после этого что будет? Еще раз. Ты выгрузи из этого, из города. У тебя он, потому что когда сдохнет, я не знаю, он вывалится все. Да пофиг, я их потом посажу как раз, как посажу на остров. Ты часовню парочку, ну фиолетовый тут. Ты часовню парочку. Зачем? Ну потому что, зачем? Ну я не знаю, ну ты думаешь, у тебя он останется живой, город? Мне кажется, он сдохнет. Хотя, хер знает, если вы будете дракона вдвоем атаковать, это я вам так, конечно, блядь, подсказываю, куда, блядь. Может быть, и что-то будет другое. Короче, сколько у меня? 36 или 40 с чем-то? А, синий, да? Какая разница, у всех сейчас сколько лимит? У меня будет ставить больше. 35, красный 35. Значит, у меня 40. У тебя 40. А, да, у фиолета, у синего по 40, у красного 35, я же сам забываю. Считаем. Тяжеловато с этим лимитом. Надо по 10 добавлять. Мне кажется. Так, что там по готовности? В синий. 36, еще 4 надо выставить. Ты, блин. Да не вылетай. Нет. Что, ты пропустить просто нажимаешь там? Не вылетай. Нет, у меня вообще сейчас все зависит. Все нормально вроде. Че, все, идем? Че, синий, вот. Давай. Готов дракон у тебя? Подожди. Колосс. Я авк. 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 Все. Сейчас, сейчас. Скажешь, как будешь готов. Да. Рейджи. Ну чё там? Крудёмся. Всё? И те что ли? Синий, чё ты? Чё, я готов? Давайте, фиолетовый на остров. Чё, армия сейчас не нужна или чё? Нет, или армия чё, не нужна, опыт, да? Только 3 юнита сейчас бьются. На этот, на Тимониевую шахту прям идите. Левиафан там вас ждёт. Дракон и город отомщения, летите. Сейчас ему ляпас этому Левиафа. Героев и юниты убери, только город отомщения, только город отомщения, фиолетовый. Ага. Эту всю парашу отведи, только город. Ну то, что ты туда юнитов посадил, это конечно зря. Высади их где-нибудь. Потому что... Ну, что ты нападаешь? Фиолетовый. Все, иди фиолетовый. Иди, там уже замес идет. А чисто городами, да? Да, чисто супер юнитами. Ебать, там уже пиздец, пиздец. Да ни хрена, мне уже половину, блин, левиафанов. Дракон... Что с лицом? Ну давай смотри, может сейчас тебе город поможет. Если он тебя ебанет красным, то я удивлюсь, конечно. Так, да мне. У тебя чинилка еще есть. Левиафан, и... конечно, проект. Чинилка, зарывалка и бомба еще есть у меня. Граната ебучая. Иди помогай дракону убить. Этот дракон ебучий бессмертный. А он уже лечится, сразу. Лечится, блин. Ну это же не бесконечно будет. Что-то долго. Долго, блядь.
А, и сразу пропустить. Ах ты сука. А ты все равно леща отхватил? Ох, блин, успел. А ты что, похилиться решил? Это вообще жесть. На грани просто, ё-моё. На грани, но у тебя сейчас, смотри, город зависит, а он уже лечился, ебать. Пиздец. Че я делаю? Ну, прикольная битва. Давай, у тебя еще бомба есть. Он дамажит разве? Блять, почти. Сука. Да, есть такое. А, хорош. Ну и все, Левиафан или город. Тут походу ясно. Ну давай, давай. Так, вот ответ очевиден. По-моему, бомба не дамажит. А, я знаю, что делать. Ну город умирает, походу. Это по-любому. Он лечился уже? Да, лечился. Лечился. Да. Да, имейте в виду, у Левиафана КД. Теперь, теперь, всех героев... А, все, у меня игра вылетела. Да, нажимай пропустить. Точно вылетела? Вообще полностью вылетела. No late joining. No late joining? И что, теперь тебя не будет, да? А, кого-то красный, да? Да, нет, нет, синий. Не, вы можете попробовать, конечно, меня отжать гон... Удачи. А у нас дальше не продолжится, да, тогда в таком случае, если там эта хуйня? Ну, подать босс, ну. А там что-то нажимать надо будет. No late joining. Чё, ты не в игре? Синий? Нет. А, ну все, значит, у тебя стоят войска. Остается фиолетовый и красный. Давайте войска. Я могу пробовать. Фиолетовый, веди сюда войска свои. Пробуем доигрывать. И красный в виде героя с дирижаблем, со своим войском сюда. А я могу использовать что-нибудь из этого? Фиолетовый всю хуйню используй. Твоя задача Левиафана — добить и войско. Если у тебя это получится, победишь. Я абсолютно все, что возможно, могу использовать, да? Да, все использую. Имей в виду, там Левиафан стоит. У него КД откатывается. То есть имей в виду. Ну, к сожалению, дожи это все только по наземным целям. Да. Вы уже почти заклеили. Ну, допустим, герой заклеили, Левиафан остался, смотри, Левиафан целый. Еще юнитов у него вон сколько зубина стоит. Сейчас посмотрим, кто последний останется. Саня, я тут проиграю. У меня есть юнит. Отводи шока. Да, у тебя юнит тоже убрать. Тут походу тут красный победит, потому что при таком раскладе, если живой Левиафан, да, если захватывать какой-то город, то он... Короче, а я могу сейчас... сделать вот так, как бы немножко повысить свои шансы. Это кто сейчас сделал? А что, так нельзя было? Но как минимум это не поможет мне, я сразу скажу. Короче, все, тут по идее после вот этого, когда видно, что, допустим, красный победил, просто идешь, красный, и захватываешь город любой фиолетового. А, я не могу. Я могу сопротивляться, нет? Да, сопротивляйся. То есть, ну, имей в виду, сейчас на тебя будет красный нападать. Строй что-то, героя восстанавливай там. Ну, этот красный тоже героя восстанавливает. Желтый и синий, они просто стоят, они ничего не делают. А, они так и так ничего не делают. Имеется в виду, их в игре нету. Я знаю, я это и хотел сказать. И ты тоже, кстати, фиолетовый. Если любой город красный захватишь, ты выиграешь. Я знаю. Ну, короче... Какой-то мой захватить. Любой. Ну, может, это даст Тимони, наверное, дополнительно, не знаю. Там как раз красный пытался дирижабль устраивать. Пусть он попробует залезть туда. Все, вся... дальше вся суть игры красный с фиолетовым. Вас два игрока осталось. Так было бы 4, и было бы интересно смотреть, где кто город захватит.
Так, не понял, ему можно, что ли? А герой сам по себе бьется, да? Подожди, это вроде сказали снести, нет? Кого снести? Он на тебя там напал. Красный уже. Сейчас он там, блядь, КД Левиафана подождет. А, вот он вылез уже. Да, хорошо, ёбнул. Начинается возня. И синий, короче, не видишь, но тут красный идет просто в атаку, ебать. Он вылез левиафаном. Блять, мне по 30 секунд КД. Понимаешь, как у меня драконов? Ты ну 30 секунд. Секунд. На базе накидан, видишь? Я на пехоту ультанусь. Да, блин, драконы-то понятно, но они стоят. Ну и я бы кого-нибудь съел бы. А это понятно. Короче, красный проебал левиафана. Потому что он чинилку не подождал, надо было подождать 30 секунд еще. Горячая голова. Линора подох. Закома заюзал броню в войско. Ну и что-то пытается она, короче. На фиолетовый защищается. Так, на всякий случай напомню, фиолетовый еще второй остров есть, и герои еще есть. Ну и ресурсов до ебеней просто. У меня Ленора, получается, была под броней, ее все равно. Не знаю, может, как она снеслась, не заметил. Конец света, пушка заряжает, ебануться. Где она да. Стоит? Правда, она не достает никуда, не было. А ты героем где откатываешь? А, вот он. Там Саву стоит на месте просто с разрушителями долбится. Я сейчас солит, сам. Красный разрушитель его стреляет. Короче, два игрока, желтый и синий, они просто, ну, офигели от такой катки, охуенно, просто на месте стали стоять. Ага. Ну, что поделать? Я, короче, обелиски друг с другом связываются, усиливаются, получается. Поскольку они такой есть. Джакома тебя атакует. Джакома. А у меня там минус все уже. Да, откатились. Подумай, может, на другой остров надо пойти. Батин там настроен. А не, я хочу самое защищенное место. Пробить его, да? Да. Боб, да. Боб. Я бы тебе совет еще дал. Попробуй парочку чего-то возвести тут, казарм или чего поближе, чтобы ближе было доставлять войска. Это еще прикольные дирижабли там висят в воздухе с войсками. Пойти бы их. Они мимо пролетели, твои вот разрушители. Мимо трех дирижаблей. У них войска еще. Но все равно их нет. А мне обороняться или все-таки атаковать тоже?
ты можешь захватить Красный Город и победить. Так что тоже имей это в виду. Вот растягивать-то не стоит. Не так тут до хрена времени. Ну да. Спокойно можешь на любой остров на Красный высадиться. Только это походу придется через центр делать, потому что оборонительные постройки желтого и синего не будут бить. Поставь. Видишь, как получается, вот у него цитадель стоит, вроде бы он не играет за него, цитадель сама просто она бьется. Че вы там как? Короче, красный с фиолетовым бьются. Да упай. Ну тут так все защищено, что город пока не так легко захватить. Да изи. Ну пол хп у города фиолетового снесли. Фиолетовый пошел к красному в городе помещение. Ебанул по городу, он его чинит уже красный. Крепость ему снес. Пушка еще стоит. За карту дирижабля отправляй. И в центр высаживай. Ну да. Так, герои еще стоит. Вы уже стоите, да? А я не да? могу его. Что, какая план бога осталось? Да немножко. Я хочу пушку буду. Рановато. Ну, неплохо. Ты что-то еще думай, фиолетовый, подкреплять чем-то вот это вот город свой. Возможно, ковчегом где-то как-то перевези. Ну, возможно. Хотя хер знает, как ты перевезешь, там острова заняты красные. Ну, красному тут тоже не очень хорошо. Блять, что, все что ли? Не удалось это? Ну, я думаю, вряд ли бы еще удалось там с одним городом. Тысяча 700 еще хп у города. Он же отпор дает. Нет, этот город нельзя. Все, пошли ебашить уже город твой. Учитывая, что этот пистол не поломает. Учитывая, что у вас ресурсов там под 30 тысяч. Надо поближе, кстати, к юнитам находиться, чтобы вот этот взрыв юзать. Не всех осталось. Красная это хуй. Ну, вот тебе город заново строить. Хотя ты уже хп города снес. Тебе сюда подкрепление какое-то надо было. Пехоту, пушки, хуй знает. Да хуй еще. Ковчеги, чем все это лечилось. Да. Сейчас, если красный хорошенько сыграет, направит свои силы, то может он город завоюет. Сейчас тебе уже сейчас на защиту надо сыграть. Красный уже тут перехватывает инициативу. Вообще умный челик, он не башен. Thank you.
охренеть. Да? Ты за мной пухал. Сейчас вся фишка будет успеет вам пехоту слить. Ну и захват как бы какое-то время длится. Не знаю, есть у меня пушки, да? Там кое-что есть, дожа. Оп. Этого мало. Где там молот дожа? Нет, этого достаточно. Вон у тебя по зданию есть, откатится скоро в 7 секунд. А, это не фугас? А, фугас вроде. Да, фугас. Все, захват идет. Если захватит этот город, то красный победит. Чтобы попытаться спастись, надо фиолетовым попробовать предупредить захват. По идее, сейчас красные войска должен перебрасывать. Погоди! Ты видел это? Вторая способность шока, она снимает броню с войск. Охренеть. Вообще-то первая, а вот это уже вторая. Да. Джакомовскую вот эту, да? Нет, у... Ну, да, бронюшку. Ну, вот эту ослепительную, да? Да. Ну, классно. Вот как контрить его, теперь мы знаем. Вообще, кстати, классная тема. Красный. Да, шока не такая бесполезная, блин, оказывается. Он захватывает город обратно, не идут. Где у тебя там диапан, там все дела? Строится чуть-чуть. У меня есть весу, ой, ну пределы населения, я не могу строить наверху. Ну так войска все, которые у тебя без дела стоят, везде прошаривай, туда веди. Он сейчас город заберет, будет чинить. На островах у тебя стоят войска, строй что-нибудь. Ресурсы, блядь, да и беней. Сразу героя призывай. Заново. Строй Левиафана где-то. А, у тебя предел. Ну, блять, просто войска тебе перебрасывать надо. Самая вот эта хуевая хуйня. Всю хуйню туда кидай. Да. Все, что есть. Это минус. Так, и двух героев сразу заново призывай. И всю вот эту хуйню бросай. Тут город, короче, защищает. Пытайся город добить. Что-то какой-то замес происходит. Пока этот замес идет, ты там перебрасывай войска. И тут у тебя стоят, вот, где Ленора призывается, разрушитель, дирижабль, блядь, всю строй, эту хуйню всю, туда кидай бесконечно. Ресурсов-то доебеней. Столько казарм, тем более. Все четыре выбирай, что-то производи и перекидывай. Сидел, я не могу переводить. А, ну так перекидывать надо войска, дирижабли, они ничто же население занимают. Перекидывай, перевози всю эту хуйню. Все летающие юниты, которые у тебя без дела, вот они тут летают где-то. На базе где-то стояли или где. Пушкой стреляй. Ну, сейчас героев ждать, по сути. Может, ульташка порешит. Ну, ты раз этот город начал прожимать, тебе надо попробовать его прожать. Если прожмешь, видишь, он сейчас в обороне. Если он какую-то контратаку предпримет, что, кстати, фиолетовому возможно сделать, то может какой-то другой город начнет атаковать. Но к тому времени у тебя откатится уже способности у героя. Ты можешь захватить город успеть. Во, вот это сейчас тебе поможет, классно. Ну еще. Бля, ни хрена себе у него сфера уже. Они только наземные, если что, бьют. Ага. Это хуёвенько, конечно. Тебе только Джакомская ульта тут поможет. Она ещё... Зачем у тебя твои вот эти самолеты синие атакуют? Не знаю. Они просто вникают. Ну, то есть, они как бы направляют... Ну, я понял, на пути своем атакуют. Бам! Ни хрена, вот это эпичный звук. Прикольно.
щениться не забываем. Что-то уже похожее на победу. Ну вот сейчас захват главное, чтобы прошел. Пытайся левиафаном тут потоптать как можно больше, пока он у тебя живой. Джаком, наверное, откатится, скоро херня это, да? 2 минуты. У тебя стан есть. Что там? Может какое-то здание снести должен. Я там пехоту. Да, пиздец, ёт, лютый. Все, считай, город захватит. В принципе, не так сложно, не так долго. Все. Победил красный. Угу. Ну это чисто потому, что я женился. Если бы оба были за квотов, то там было бы очень спорно. Ну там что-то другое бы было. Ну вот такая вот фигня.